Приветствую! На связи Елена Литвиненко. И я именно тот человек, который буквально через несколько дней проведет с вами онлайн-интенсив обучающий. И это дополнительное задание перед интенсивом. Это задание мы назовем, краткость сестра таланта. Задание несложное, но в нем есть несколько ограничений. Для чего оно нам будет нужно, вы узнаете на интенсиве. Я предлагаю вам небольшой списочек, но вы можете его расширить. К примеру, «Война и мир» Льва Толстого. Или, например, поэма Пушкина «Руслан и Людмила». Или, скажем, Лермонтов «Герой нашего времени». Это может быть и Михаил Булгаков, соответственно, «Собачье сердце» или «Мастер и Маргарита». Впрочем, здесь выбор не ограничен. Любое очень известное всем произведение. Вы его не будете перечитывать, я думаю, по памяти знаете фабулу. Так вот, задание заключается в том, чтобы всего в трех предложениях изложить это на бумаге. Не столь важно, на бумаге или в электронном виде. Смысл в том, что всего в трех предложениях изложить сюжет этого произведения. И ограничение номер два – это время. На все это вам дается всего 10 минут. Поэтому я вам предлагаю положить рядом с собой мобильный телефон, таймер или засечь время по часам. И на все про все, на изложение, на проверку, редактуру и так далее, на все про все потратьте 10 минут, не более 10 минут. И тогда задание будет считаться выполненным правильно. Вот именно это изложение короткое из трех предложений вы и напишите как свидетельство того, что вы выполнили задание, вот прямо тут в комментариях. А на нашей встрече онлайн мы, соответственно, с вами обсудим это, и я выдам вам некоторые рекомендации по этому поводу, для чего нам это было нужно. Можно приступать прямо сейчас.